Siddhant Saraswati Vijayate Gauriya Goshti Pati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nitta Ananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charanodayam Gopi Jano Samayuktam Bindavanam Manohara Vancha Kalpataru Vaschaki Pasindu Bhavacha Patitanam Pavane Bhavishnavibhyo Namo Namaha Mukankaroti Bachalang Pangung Lang Hetigirim Yatki Patam Hangabandi Parama Ananda Madhavam Vrindavai Tulsidevai Piyavai Kesavasacha Shnabhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namo Narayana Namaskritta Naranchaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudira Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Bharana Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtaduham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vitatiham Panatapal Bhavadipotam Bande Mahapurushate Charunarvindam Yat Pada Ballavana Kachandamani Chataya Vispurji Dagamapigabavadushvadarshi Puruna Nuragara Sasagara Sarumurti Saradhikamai Kada Kipam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Ajanulambita Bhujau Kanuka Bodato Sankirtanai Kapitaro Kamala Yataksho Visham Barau Dija Barau Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pada Pankajam Sura Surair Bandito Dibha Rupam Bhuktin Jamuktin Chadada Sinitam Bhavan Rupe Nasada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanango Mada Paharam Varanasi Purapati Bhajavi Sanatam Vagi Sajusha Bhadane Lakshmir Jasacha Bhakshasi Jasyaste Hidaya Sambhid Tvam Nishinga Maham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Tavad Brahma Katha Mukti Pada Vitavad Natikti Bhave
тавачапи висинкхалаттамайтена локо ведасthitihi, тавасастовидам митаха калакаланана бахирватмасу, Шри Чайтанна Прияджана, Явад на Диггачара. Тавад Брахма Катха Муктипадаби Тавад Натикти Бхавит, Тавачапи Висинкхалаттамайтена Локо Везасthitihi, Тавасастовидам митаха калакаланана бахирватмасу, Шри Чайтанна Прияджана, Явад на Диггачара. Гаудия Гоштипати, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада, Парамахамса Джагадгуру сказал, в любом случае нам обязательно нужно защитить, полностью защитить Бхактивинодхару. Мы должны защищать, мы должны стараться защитить Бхактивинодхару всегда. А в нашем повседневном баджане во время наших повседневных практик мы должны поддерживать Бхактивинодхару живой. Если мы отсоединимся от Бхактивинодхары, то мы потеряем все. Если мы отклонимся от Бхактивинодхары, мы можем потерять все. Бхактинод Такур, Бхакти Винод, Дара, Винод Бхакти, то есть радость Бхакти, удовлетворить умилостивить Бхагавана. Мы стараемся совершать абсолютное служение под руководством Прабхупады. Когда мы следуем тем правилам и тому процессу, установленному Бхактинод Такуром, это Бхактинодхара. Прабхупада сказал, пожалуйста, постарайтесь понять самую базовую разницу, самую основную разницу между Бхактинодхарой и не Бхактинодхарой. Если вы сможете понять разницу между Бхактинодхарой и не Бхактинодхарой, тогда вам не нужно записываться во всякие организации, которые вас обманывают, чтобы потерять все под предлогом Харибаджана. Прабхупада говорит, что это своего рода сатсанга. Прабхупада объясняет, понять разницу между Бхактивинодхарой и не Бхактивинодхарой, это само по себе является сатсангой. Когда, тогда в том случае вы поймете, что является настоящей сатсангой. Но если же вам нужны слава и почести, если вы предвзяты, Шри Чайтанья Махапрабху, он сам, Бхагаван Шри Кришна, он хотел показать. Махапрабху оставил все в поисках абсолютной истины, в поисках Кришны. Он постоянно плакал и восклицал, когда я, где я найду Кришну, где Кришна? Постоянно он это говорил. После того, как он принял саньясу, он отправился во Вриндаван. После того, как Махапрабху принял саньясу, он отправился во Вриндаван. Он стал склоняться по лесу, как сумасшедший человек. И Махапрабху сказал, я принял саньясу, чтобы служить Бхагавану Шри Кришну абсолютным образом. Я принял саньясу для этого. Прабху сказал, он прочитал саньяс мантру из Бхагаватам. Пурва Танир Махадбир Бахам Таришвами Дуранта Парам Тамаха Мукунданшивай. By serving Krishna absolutely, I can cross over this fear. Служа Кришне абсолютным образом, я пересеку этот опасный океан с большой легкостью. Прабху кахе саду е бхикхук вачан. Мукунда севан рото коило грахам. Мукунда севай хай сансаттарам.
Прабху Кахе, Прабху сказал, Прабху процитировал Тринанди Саньяси из Бхагаватам. Very nice this comment of this, you know, Siddhanta Vichar. Siddhanta Vichar, того Тринанди Саньяси, он превосходен. Mukunda Sevan Vito, he has taken a resolution to serve. Он принял решение служить Кришне. Because by serving Krishna, one can easily cross. Потому что служа Кришне, очень легко преодолеть материальный океан. И в конечном итоге обнаружить себя в Раса-сагаре, в океане расы. Прабхупада сказал, если вы будете продолжать заниматься бхаджаном, совершать бхаджан всю свою жизнь, но вы не постараетесь разобраться, в чем разница между бхактинодарой и не бхактинодарой, вы варите какую-то кашу, мешанину, мешаете все, и поэтому не найдете вы выхода. Прабхупада объясняет, что это сатсанга, понять разницу между бхактинодарой Дары и не бхактинодары, это сатсанга. Бхактинод Такур говорит, управлять духовной организацией. Для того, чтобы управлять духовной организацией, конечно же, нам нужны отреченные люди. Но это не означает, что для этого нам нужно привести разных животных из общества. Бхактинатакур пишет, конечно же, нам нужны отреченные люди, чтобы управлять духовными организациями. Но это не значит, что мы должны привлекать к этому каких-то обусловленных душ, которые бы занимались, создавали всякие ужасные ситуации внутри храмов. И люди, если такое будет происходить, то люди извне, они просто заплюются. Одна очень важная личность, по мнению материалистов, она очень важная личность. Вот такая личность посоветовала Бхактинода Такур, почему ты не разрешаешь всем и каждому заниматься Гауранга Бхаджаном? Пусть все приходят, а потом выживут сильнейшие. Вот этот вот важный человек, он дал такой совет Бхактинода Такуру. Всем должно быть разрешено заниматься Гауранга Бхаджаном, и потом выживут сильнейшие. Можно применить эту формулу. И Бхактинода Такур ответил, нет, это не так просто. Мы не можем позволить, чтобы Кришна Бхаджаном занимались все и каждый. Мы не можем этого позволить. Иначе они осквернят все сообщество и создадут конфузию. То есть будет не разобраться, где правильный сиддханта, где неправильный сиддханта. То есть такого мы не можем позволить. Мы лучше будем проверять всех на качество. В настоящее время никто никого не проверяет. Но таковы правила. Бхактинод Такур жалуется. Я вам могу показать. Если вам интересно, я могу показать вам. Бхактинод Такур пишет. Хари Бхакти Вилас, Бхакти Расамрита Синду, все уже описано подробно, но никто не применяет это на практике. Все уже написано подробно, расписано, но никто не применяет это. Бхактинода Такур ответил, нет, мы не можем позволить этой према-дарме, Вимала Чайтанья Махапрабху. Вимал значит наичистейшая према-дарма. Дарма Махапрабху. Мы не можем позволить загрязнить эту према-дарму. Нет. Вот почему Бхактинода Такур, он назвал себя подметальщиком Намахаты. И когда какой-то мусор появлялся в Намахате, Бхактинода Такур его выбрасывал на улицу. И это была основная цель Вишва Вайшнава Раджасавы.
quality control. А Виша Вайшнава Радж Саба занимается контролем качества. Когда кто-то что-то делает неправильное, непонятное, то Виша Вайшнава Радж Саба, они вызывают этих людей и проверяют, что к чему. Но сейчас этого не происходит. В общем, Бхактивинод Тхакур ответил тому человеку: мы не можем позволить Бхактивинод Дхаре оскверниться. Нет. Если гошала будет пустовать, то это нормально, но мы не можем позволить, мы не можем заполнить гошалу сумасшедшими коровами. Намного разумнее держать гошалу пустой, чем заполнять ее сумасшедшими коровами. Бхактивинод Тхакур хотел поддерживать намагату в чистоте. Намагата означает Хариката Харикиртан. Нитянанда Прабху открыл намагату в Годруме. Но там, где поется чистая Хариката, чистый Харикиртан, это тоже намагата. Там, где раздают святые имена, это намагата. Я вчера уже обсудил, как рассказал о том, как Сарвабхаума Бхаттачарья полностью изменился, что было в принципе невозможным, но тем не менее это произошло. И поэтому Сарвабхаума Бхаттачарья с того момента, как он получил милость, он видел повсюду Гаурангу. И в этом волшебство. Сарвабхаума Бхаттачарья, у него было огромное ложное эго. Но сейчас он выражает свое благодарство, благодарность. Я сказал, возможно, около одного месяца назад в Харикатхе Дроначал Парват спросил Хануманджи Махараджа: не мог бы мне ты объяснить кратенько, что такое санатана дарма? Для того, чтобы объяснить понятие санатана дармы, требуется длинное объяснение. Но Хануман Махараджа ответил кратенько: если же вы что-то сделали для меня, я постоянно помню об этом, вы что-то для меня кто-то сделал, это благодарность. Санатана дарма, она основывается на благодарности. Сам Бхагаван, он хватается за лотосный стоп своих преданных: вы столько для меня сделали. Если я не буду благодарен, тогда я не вайшнав. Если я не благодарный, тогда я не вайшнав. Это основа. Санатана дарма, чтобы объяснить это понятие, нужно совершить подробное обсуждение. Нужно это подробно обсудить. Но Хануманджи Махарадж, он ответил кратенько: это те, кто признают, выражают благодарность, те следуют санатана дарме. То есть признают то, что сделано для них. И вот сегодня Сарвабхаума Бхаттачарья, он выражает благодарность лотосным стопам Гопинат Ачарьи. Они родственники. Сарвабхаума Бхаттачарья, он женился на сестре Гопинат Ачарьи. Да. Таким образом, у них были уже отношения и ранее. И Гопинат Ачарья, он постоянно говорил о бхакти, но Сарвабхаума Бхаттачарья, он никогда этого не принимал, потому что он был майявади. И сейчас, после этой перемены, Сарвабхаума Бхаттачарья, он стал выражать свою благодарность Гопинат Ачарье. Гопинат Ачарья, он в конечном счете оставил эти разговоры. Все, я не могу больше с тобой разговаривать о преданности. Когда Бхагаван тебе даст свою милость, ты все сам поймешь. Я не собираюсь терять свое время. Я тебе привел столько много доказательств из Бхагаваты, из Махабхараты, а ты говоришь, что нет аватара в Кали-югу. В Кали-югу аватара, она скрытая, то есть она не выдает себя.
она под прикрытием. Но столько шлок разных в Бхагаватам и так далее, которые говорят об аватаре. Но ты не готов принять эту сиддханту. Поэтому у меня нет на это больше времени. Каким-то образом, одним прекрасным днем, если Махапрабху захочет пролить на тебя свою милость, то ты все сам поймешь. И наша Гуру Варга объясняет. Это правда. Это правда. Наши молитвы, когда мы находимся в обусловленном положении, они не доходят до лотосных стоп Бхагавана. Бхагаван находится на абсолютном уровне, на Голоке Вриндаване, и он всегда занят играми. Если у нас есть какие-то молитвы, если мы хотим предложить, помолиться, то нам нужно предлагать наши молитвы Гуру Вайшнавам, и они от нашего имени могут молиться Бхагавану. Тогда только в том случае Бхагаван может учесть нашу ситуацию. И если кто-то скажет, ну если же мы в обусловленном положении, тогда зачем вообще нам бхаджаном заниматься? В обусловленном положении наши молитвы, когда кто-то молится, пребывая в обусловленном положении, они не доходят до Бхагавана. Обусловленные души, они на материальном уровне, поэтому обусловленные души не могут общаться с Бхагаваном, который находится на трансцендентном уровне. У вас есть Гирирадж Махарадж дома, и вы предлагаете Гуру Гирирадж Махарадж, а если я вам скажу, поговорите с ним, вы скажете, это невозможно, внешне это камень, но это возможно для чистых преданных. Мы видели это в жизни Вамана Госвами Махараджа, Гуру Махараджа. Я никогда не называю Вамана Госвами Махараджа моим гуру-братом. Он мой гуру, я знаю это. Бхактивала Тирта Госвами Махарадж. Я никогда их не называл духовными братьями. Я знаю, как им выражать почтение, они мои гуру. И я лично видел, как Ваман Госвами Махарадж в преклонном возрасте, он вышел однажды из своего баджан-кутира и встал перед Минот Бихари на Тэмандире, там не было никого, и я только там сзади стоял, и Махарадж с помощью севак, и он подошел к божествам, Минот Бихари, и начал с ними разговаривать. О чем он разговаривал, я не знаю. И таким же образом Гуру Махараджи, многие люди этому свидетели, то есть он в преклонном возрасте предлагал поклоны и потом что-то обсуждал с божествами. То есть в обусловленном состоянии нам невозможно обмениваться, то есть совершать какой-то обмен мнениями с Бхагаваном. Но когда мы освободимся, то есть не станем больше обусловленными. Это уже другой разговор. Вы знаете, что произошло с Чота Випрой? Чота Випра и Бара Випра, они отправились в паломничество. Вы все забываете. Как было возможным для Чота Випры обсуждать что-то с Гопалом? И он обратился сразу к Гопалу, он сказал, старший Випра, он мне пообещал, что он женит меня на своей дочери. Но сейчас он молчит. Он мне пообещал это перед тобой, поэтому тебе придется сходить со мной туда и посвидетельствовать в моем пользу. И Гопал, он до сих пор там, Шакши Гопал, рядом со станцией полицейской. Вы знаете Говинда Мандир красного цвета? Большой храм, который разрушили мусульмане. Мусульманский правитель из Дели, его разрушили, Говинда Мандир. Там слева
Вот этот Гопал, он там был ранее. И, в общем, маленький Випра, он попросил Гопала: смотри, ты свидетель. Then Gopal speaking, deities cannot move. Тебе придется со мной пойти. Where you hear anywhere that deities moving? Но тогда Гопал ответил: но божества не ходят. Ты где-то видел такое, чтобы божества ходили? И Випра ответил: ну, божества говорят. И если они говорят, то по-любому они ходить могут. Ну хорошо, я могу появиться и голосом сказать, что нет, ты должен пойти со мной. В форме этого божества. Если ты это сделаешь, тогда это то, что мне нужно. И Бхагаван для своего преданного, он отправился туда, и он посвидетельствовал. Но мы не верим в это. Our direct application cannot reach up to that. Наш прямой запрос, он не может достигнуть стоп Бхагавана. Somebody can say, if Bhagavan is a Prakrita realm, staying in Prakrita realm, такое, если Бхагаван на Пракрита, он находится на духовном уровне, то и преданные чистые, они тоже Апракрита, они тоже находятся на духовном уровне. И Джива Госвами, он отвечает: вы не задаете эти вопросы, но я задаю эти вопросы за вас. Таким образом, у вас никогда не возникнет сомнений. Джива Госвами Пад, он дал подходящий ответ. То есть кто-то может начать спорить, если Бхагаван находится на трансцендентном уровне, то и чистый преданный, он находится на трансцендентном уровне. Если Бхагаван не отвечает обусловленным душам, то почему Гурудев ответит обусловленным душам? Как чистый преданный может понять мое положение, мои страдания? Бхагаван трансцендентен, и его преданные также трансцендентны. И Джива Госвами Пад, он ответил: да, вы правы, Бхагавана Пракрита и его чистые преданные, они тоже Апракрита. В Брихат Бхагаватамрите я уже много раз цитировал эту шлоку из Брихат Бхагаватамрита. His body is Bhagavan Sachidananda. Bhagavan is Sachidananda. Это он Сачидананда. И преданные Бхагавана, они тоже Сачидананда. Вот почему имя Сачидананда Бхактинат Такур Сачидананда. То есть как же такое возможно, что преданный может понять мои страдания? Я в материальном мире нахожусь. И Джива Госвами Пад объясняет, что когда вайшнав, он разговаривает с обусловленной душой. Предположим, у кого-то что-то, какая-то трагедия случилась семейная. И тогда кто-то приходит к саду и говорит: о, Махарадж, вот такое-то случилось. И кто-то вот плачет и рассказывает: ребенок умер, муж болен. Одна семья в Дели, дочкой завладело привидение. И это было в течение 12 лет. И мать, она заплакала и сказала: Махарадж, мы потеряли все имущество, мы даже сейчас себе не можем достать 2 куска хлеба в день. Этот призрак, это привидение, убило отца дочери, то есть попал отец в автокатастрофу. И вот мой Гуру Махарадж, он выслушал это все, и потом он это все передал Бхагавану. Дело в том, что вайшнав, он слушает о страданиях дживы, но он не вовлекается ни во что. Когда кто-то страдает, и если вот этот человек, который страдает, если он
Если он обращается к материальному человеку, если я правильно поняла, то тот материальный человек, он вовлекается в этот случай. Но вайшнав, он не вовлекается. То есть, слушая обусловленные души, вайшнав, он остается на своем уровне. Если бы он падал, слушая обусловленные души, то он бы не был вайшнавом, он был бы патитой, падшим. Whenever when pure Vaishnav hearing, that does not he is going to totally get involved in it. Когда чистый Вайшнав слушает обусловленные души, он не вовлекается в их историю. Он смотрит сон. What we are watching in dream. Just like that, he is hearing everything, but his Krishna bhajan Vaishnav, он слушает, как будто смотрит сон. Not that he stop и внутренне он совершает Кришна бхаджан, он не останавливает Кришна бхаджан. Не как в случае Джада Бхарат. В случае Джада Бхарат, там определенно... Там, есть седанта более глубокая, то есть сейчас нет времени ее обсудить, но тем не менее он спас олененка, и в этом нет проблемы. Но потом он вовлекся в это дело, то есть он развил привязанность. Ему нужно было поддерживать свой баджан, а вместо этого, из-за этого олененка, он постепенно растерял свой баджан. Об этом описывается, что постепенно воспевание имен, анник, то есть он день за днем терял свой баджан. Джива Госвами Пад объясняет, вайшнавы слушают, и потом они передают это все Бхагавану, но они не вовлекаются в эту историю, то есть они сами не падают, не становятся материалистами. Многие люди приходили к Гуру Махараджу, он выслушивал их, но его баджан никогда не прекращался. Если вы будете слушать кого-то, а потом вы просто потеряете свой баджан, то, конечно, это так не пойдет. Гопинат Ачарья, он подумал, в любом случае Сарвабхаума Бхаттачарья, он не примет мой Сиддханта Вичар, он постоянно со мной сражается. И тогда Гопинат Ачарья решил оставить это дело. Он подумал, однажды, если Бхагаван прольет на тебя свою милость, ты поймешь, что я имею в виду, и тогда все твои аргументы закончатся. И вот сейчас это сбылось. И это Сиддханта, об этом написано, что это было желанием Гопинатачарьи. Он был великим преданным. И он пожелал, чтобы каким-то образом Махапрабху изменил сердце Сарвабхаума Бхаттачарьи, но он напрямую никогда не сказал этому. That's why now Sarvabhauma Bhattacharya praying unto the lotus feet of Gopinathacharya. Махапрабху, он спас, ну то есть пролил свою милость на Сарвабхаума Бхаттачарью, чтобы исполнить желание своего преданного. И Сарвабхаума Бхаттачарья, он стал выражать свою благодарность Гопинатачарье. Он сказал, это все благодаря тебе. Я ранее был слепым. То есть сейчас мы уже дошли до того момента, как Махапрабху, он въехал в Гамбиру, и Говинда еще не прибыл. Говинда, он прибудет позже. То есть спасение Сарвабхаумы уже закончилось. Махапрабху сначала прибыл в Нилачал. Далее он... Я вам уже все это рассказал. Махапрабху вошел в храм один, в храм Джаганнатха, упал на землю, на пол, потерял сознание. То есть это все я вам уже рассказал. После этого, в скором времени, Махапрабху поселился в Гамбира Мандире.
to Gambira Mandir after giving Mahaprasadam. То есть я вам рассказал вчера о том, как Махапрабху проверил Сарабам Батачари, предложив ему Махапрасад. И о Махапрасаде я уже рассказал во время коронавируса. Это не шутки. Тар модде жив бхавти логомай судурмати тарита кутино сансаре Кришна баро даямай кори баре жива жай сапрасад аннадира бхай се анна мето бхав Радха Кришна гуно гав премидако чайтанна митай. Inside Jagannath Mandir, I have seen one big rich man. Я видел одного богатого человека в Джаганнат Мандире. Taking prasadam is going to take. И вот этот that богатый человек, он отведал, если я правильно поняла, остатки прасада от одного представителя из низшей касты, то есть у него вера в Махапрасад. То есть Сарабама Батачарья, сейчас он обладает огромной верой в Бхагавана, в Махапрасад. И написано по поводу Махапрасада, что даже когда Махапрасад весь уже высох и почти что испортился, если кто-то вам принес Махапрасад издалека, привез, you should not calculate your time. Вы не должны задумываться о том, подходящий ли сейчас момент или неподходящий момент. Вы должны сразу же почтить прасад, принять его. Конечно же, если это не экадыши. То есть не нужно думать о том, что я там принял омовение, не примял, почистил зубы там и так далее. Но обычно люди не понимают этих моментов. Bhagavan, Mahaprasad, devotee, everything. То есть Сарабам Батачарья развил веру в Бхагавана, Махапрасад, и вот он выразил Гопинат Ачарье свою благодарность. Благодаря тебе я сейчас обнаружил себя в океане Ананды. Гопинат Ачарья, он обрадовался, и когда Сарабам Батачарья, он выразил свою благодарность эту сиданту, что благодаря тебе это все у меня сейчас есть. Тогда Махапрабху, он обнял крепко-крепко Сарабам Батачарью, увидев, как он выражает почтение преданному. То есть, да, на самом деле это так, это все благодаря Гопинат Ачарье. Сарабам Батачарья, он не мог оставаться в своей комнате, он пребывал в своего рода интоксикации. И Сарабам Батачарья, он жил недалеко от Гамбиры, он жил на Светоганге, но когда Махапрабху вот он ушел в Гамбиру, и Сарабама, он с двумя своими севаками отправился к Махапрабху, и он воспевал славу Махапрабху. И он не мог найти дорогу, то есть севаки его постоянно направляли. Нет, нет, не туда ты идешь. Когда Махапрабху после принятия саньясы прибыл в Нилачалдам, с ним был Нитьянанда, Джагадананда, Мукунда. Некоторые из них, они прибыли с Махапрабху. И Джагадананда, он стал жить с Махапрабху. И Мукунда служил Махапрабху. И Говинда, он тогда еще его, он еще не прибыл на тот момент. И Махапрабху, он уже стал планировать свое путешествие в Южную Индию. И это причина, по которой Махапрабху принял саньясу. Махапрабху, по прошествии некоторого времени, по истечении нескольких дней, он стал разговаривать с преданными. Я хочу отправиться в Южную Индию. Пожалуйста, разрешите мне. И тогда никто из преданных, они не дали ему разрешения.
никто не давал ему разрешения. И Сарвабхаум Бхаттачарья, он когда услышал этот запрос Махапрабху, он расстроился очень сильно и сказал, как мы тебе можем позволить идти? У тебя такое тело мягкое, деликатное. Твое тело сияющее, золотистое. Как мы можем тебе позволить отправиться в такое путешествие? И тогда Махапрабху снова сказал, но мой же брат старший, он принял саньясу, когда я маленький был. Я хочу найти его, я хочу узнать, где он, как он. Пожалуйста, разрешите мне. Махапрабху, он знал все. Он знал, что в Махараштре, там есть одно место, и его старший сын, старший брат, он уже получил ситхи, оставил тело. Вишварупа, он уже оставил свое тело в Пандарпуре, в этом городе, в Махараштре. Он уже оставил свое тело, Махапрабху это знал. Тем не менее, он сказал, я хочу найти своего брата. И Махапрабху под этим предлогом, он просил разрешения у преданных, и преданные ему не давали этого разрешения. Нитянанда сказал, ты не знаешь ничего, как ты туда пойдешь. Он Верховный Господь. Нитянанда сказал, я пойду с тобой. Возьми меня с собой. Да, да, я возьму тебя с собой. Ты постоянно меня заставляешь танцевать под твою дудку. И ты мне уже сломал данду, я знаю тебя. Я постоянно танцую под твои знаки. Я не пойду с тобой никуда. И никто вообще не был готов отпустить Махапрабху. И тогда Нитянанда, Сарвабхаум, они сказали, давай сходим к Джаганнатху. Если Джаганнат даст разрешение, тогда ты пойдешь. Мы тебя отпустим. И тогда они отправились в Джаганнат Мандир. И одна гирлянда из Джаганнатха, она упала, и панда, он подошел к Махапрабху и надел на него гирлянду. И это было прямое разрешение Джаганнатха. И Сарвабхаума сказал, если мой сын умрет, я это переживу, но я не переживу разлуку с тобой. Пожалуйста, не уходи. И Махапрабху, он ответил, нет, тебе придется мне разрешить. Я вернусь, очень скоро я вернусь. И когда Махапрабху сказал это, Нитянанда ему сказал, ты пообещал матери своей, что ты будешь жить в Нилачалдаме. Несколько дней назад ты сказал своей матери, что ты будешь жить в Нилачале, что ты никуда не уйдешь оттуда. А сейчас ты собрался на юг Индии. Да, но я вернусь, мне нужно идти. И тогда Нитянанда и все преданные отправились в Джаганнат Мандир, чтобы спросить разрешение у Джаганната. Потом все вернулись. Махапрабху, он остался по их просьбе на 6-7 дней, после чего, как эти 6-7 дней прошли, то все они отправились в сторону Аларната. Он находится на берегу океана. This way they are going. Таким образом, они все отправились туда. И Нитянанда, он сказал, тебе придется взять меня с собой, а если ты не хочешь брать меня, то возьми, по крайней мере, кого-нибудь из нас, потому что ты постоянно воспеваешь святые имена, а кто позаботится о твоей о твоем командулу. Данды уже не было, данда уже была сломана. То есть кто позаботится о твоей джалпатре? Это так маленькая кастрюлька с водой. И Махапрабху тогда сказал, если кто-то новый со мной пойдет, я могу его взять, потому что если я возьму кого-то из вас, то остальные обидятся, поэтому я не могу взять никого из вас. Но если есть кто из новых преданных, то я могу его с собой взять, но он должен быть тоже серьезный человек.
И в общем, в итоге отправили Кала Кришнадасу с Махапрабху. Но сначала Махапрабху, он пошел со всеми преданными в Аларнат. И после, по прибытии в Аларнат, Махапрабху начал танцевать и петь. И тогда все преданные из округи, они стали сходиться туда. И кто их туда позвал, неизвестно. И в итоге Натья-мандир закрыли двери Натья-мандиры. Нитянанда закрыл двери. И снаружи преданные стали кричать: «О, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, пожалуйста, спаси нас, ты пришел для нас». Они плакали, плакали, и Махапрабху сказал в конечном итоге: «Откройте врата, я не могу это так оставить». И он тогда дал свой даршан. И Сарвабхаума Матачарья отправился. Сарвабхаума Бхаттачарья, он не хотел возвращаться домой, он хотел отправиться за Махапрабху, и Махапрабху сказал: «Нет, возвращайся в Нилачал». Таким образом, когда Махапрабху ушел, Сарвабхаума Бхаттачарья, он упал на землю и потерял сознание. После чего преданные побрызгали на него водой, после чего они вернулись в Нилачал. А Махапрабху вместе с Кала Кришнадасом отправился в Южную Индию. Сарвабхаума Бхаттачарья, он попросил Махапрабху: «Пожалуйста, встреться с Рай Раманандой, потому что ты можешь... Вы не знаете этой местности, там есть одна дорога, и можно пройти через вот эту местность и добраться до Видьянагара. То место называется Видьянагар». В общем, Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «Ранее я был майявади, и я не имел представления, какой же он возвышенный и преданный, но сейчас, по твоей милости, я осознал это. Поэтому, пожалуйста, выполни мою просьбу, встреться с Рай Раманандой, и тогда ты сам поймешь, насколько он велик». Махапрабху сказал: «Хорошо, я встречусь с ним». И тогда Махапрабху отправился на юг Индии. То есть Нилачал, он опустел Джаганат там, в форме Джаганата в храме, но тем не менее преданные, они все ослепли, они не могли больше ничего видеть. И тем временем, я вам уже сказал об этом, Раджа Пратапарудра, он хотел встретиться с Махапрабху. Он разговаривал с Сарвабхаума Бхаттачарья. И он уже узнал, что Сарвабхаума Бхаттачарья, он получил даршан шестирукой мурти Сарвабуджа. Сарвабхаума Бхаттачарья – это самая важная личность. Если Сарвабхаума Бхаттачарья говорит что-то, то так оно и есть. Он сам Джаганат. И то есть король, он был уверен, что Махапрабху не отличен от Джаганатха. И он хотел встретиться с Махапрабху, и он позвал Сарвабхаума Бхаттачарью, чтобы найти решение этой проблемы. Как встретиться с Махапрабху? Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «Махапрабху, он не встречается с королями, он не встречается с Матаджи, он саньяси, он не встретится с тобой». Но Махапрабху, он отправился на юг Индии, и, конечно же, Раджа Пратапарудры не было возможности больше встретиться с Махапрабху. И тогда Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: когда Махапрабху вернется, мы попробуем что-нибудь придумать. Но он знал, что Махапрабху не встречался с королями. И Нитянанда, он предсказал кое-что: когда в Аларнатхе тысячи преданных стали... молиться Шри Кришна Чайтанья Махапрабху.
Нитянанда сказал, смотрите, Махапрабху только пришел в Аланнад, но кто пригласил всех этих людей? Они автоматически сюда все сошлись, тысячи людей, то есть это своего рода знак. Это смысл, это причина, по которой Махапрабху хочет совершить это путешествие по югу Индии. Он хочет спасти тысячи людей. И я хочу затрогнуть Mahabhu этот вопрос о проповеди Махапрабху. Махапрабху, он проповедовал таким образом, что он раздавал прему. Когда кто-то, например, был занят на поле, занимался выращиванием каких-то культур, то Махапрабху, например, с ним разговаривал, он просто у кого-то спросил, где находится там это место, и просто поговорив с Махапрабху, человек просто получал прему и вел себя, как будто он был... Как будто в него привидение вселилось. И когда вот этот человек шел домой, он разговаривал с женой, и жена тоже получала прему. И таким образом према была, раздавалась таким образом. Обычно мы знаем, что чтобы получить прему, существуют вот эти стадии Шрадда, Садусанга, Нартха Ниврити, Баджана Крия, Нартха Ниврити и так далее. Но Махапрабху, кого бы ни встречал, он раздавал прему. Даже мусульманам, один мусульманин его переплавил через реку и получил прему, и он не мог пережить разлуку с Махапрабху. И вы знаете, Махапрабху на юге Индии, он совершил разные игры с Курма-Випрой, потом он отправился в Панан-Нарисимха, которому предлагают только какой-то напиток. И потом он встретился с Васудева-Випрой, который был болен проказой. Таким образом, Махапрабху также встретился с Рай Раманандой в Виданагаре. То есть он сначала с Рай Раманандой встретился. И, в общем, ему удалось изменить сердца майявады, буддистов, и даже последователи Мадхавачари в то время, они потеряли след чистой преданности, то есть они не следовали чистой преданности. Махапрабху также побывал в Удупи, совершил множество игр. Это вот путешествие по югу Индии, мы это не обсуждаем в этой харикатхе. И вот преданные, они ожидали Махапрабху в Нилачалдхаме, и однажды они получили такую вещь, что Махапрабху, он возвращается. И тогда все преданные, они все ждали Махапрабху, когда же он вернется. И они как будто все превратились в движущихся мертвецов, то есть не обладали признаками жизни. Они ожидали Махапрабху, когда же он вернется, прям как гопи. Яшода Мананда Баба. Это точно так же, как они ожидали Кришну, когда же он вернется. После чего, когда они узнали о том, что Махапрабху возвращается, жизнь снова вошла в их тела. Тогда Махапрабху вернулся, и все преданные, они пришли к нему, даже панды. Большинство панд тоже пришли к Махапрабху. На тот момент Махапрабху был очень известен, то есть по причине того, что произошло в Джаганнат Мандире, Сарвабхам Бхаттачарья, он был очень известной личностью, Кашмиша, это гуру Раджа Пратапарудры. Гуру of King Pratap is a guru.
Таким образом, имя Махапрабху, оно распространилось повсюду с большой скоростью. И все пришли к Махапрабху в Гамбиру, и Махапрабху сказал: по вашей милости, каким-то образом я вернулся в сохранности в Ниладшал. И вот он встретился со всеми преданными, как Шикимайти, другими преданными. И тем временем, когда Махапрабху возвращался из путешествия по югу Индии, он попросил Рай Рамананду: ты можешь пойти со мной в Нилачал. И Рай Рамананда сказал: я окружен материалистами. Если ты пойдешь сам, если мы пойдем вместе, тебе не будет от этого радости. Ты лучше иди один, и очень скоро я тоже приду в Нилачал. Я уже отпросился у короля. Король мне сказал: конечно же, ты можешь идти. Когда Рай Рамананда сказал, когда я спросил у короля, отпросился, я хочу служить Гуранги Махапрабху, ты мне разрешишь? Тогда король, он обрадовался и сказал: почему нет, конечно, не только это, но я тебе продолжу платить зарплату, даже вдвое больше я тебе буду платить. And try to arrange my meeting with him. Then, after taking permission, he was the governor. He was the governor. I mean, Rai Ramanandu was the governor. Ты удачлив. Ступай. Whole state under his control. Now coming back, Mahaprabhu already coming. Mahaprabhu вернулся в Ниладшал. Он хотел взять Рай Рамананду с собой, но Рай Рамананда сказал, что если я пойду, со мной пойдет много народа, поэтому отправляйся ты сначала, я потом приду. То есть вот Рай Рамананда, он прибыл в Ниладшал, встретился с Махапрабху. И Махапрабху спросил у Рай Рамананды: ты уже получил даршан Джаганнатха? Нет, я пришел сразу к тебе. Как ко мне? Это же оскорбление. Ты сначала должен был получить даршан Джаганнатха в мандире. И тогда Рай Рамананда, он привел доказательства из Гиты. Это тело, оно как карета. И там Параматма сидит и ей управляют. So Mahaprabhu, и в Упанишадах вроде тоже такая шлока. Если я не читаю Бхагаваджийского Упанишада. То есть Рай Рамананда сказал, когда я сюда прибыл, то вот этот вот управляющий кареты, он меня привел к тебе. Обычно я хожу в Джаганнат Мандир, но кто-то меня вдохновил прийти сегодня сразу к тебе. И вот я пришел. После чего Сарва-мхатеджа-джо, Нитянанда, everybody all there. Сарабхамбхатачарья, Нитянанда, все там были. In front of Mahaprabhu. С Махапрабху. And in the meantime, Govinda came. И пришел также Говинда. Говинда, он прибыл и предался лотосным стопам Махапрабху. Он сказал: меня зовут Говинда. Я был слугой Ишварапурипада. И он оставил тело, мой Гурудев оставил тело. И перед тем, как оставить тело, он мне приказал: отправляйся сразу же в Нилачал и служи Чайтанья Махапрабху, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. И поэтому, исполняя его приказ, я пришел, явился к тебе. И там был Сарвамбхатачарья. Он очень важная личность. Махапрабху тогда задал такой вопрос: а что же делать? Гуру Севак Хой Манна Сиамар. Слуга Гуру для меня, он поклоняемый объект.
То есть мне нужно поклоняться ему, но гуру ему приказал служить мне. То есть что же мне делать? Принять мне его своим севакой или нет? Потому что я же и поклоняться ему должен. И тогда Сарвабхаума Бхаттачарья, он знал все шастры, и он сказал: «Прабху, написано в шастрах, что слуга гуру, мы ему поклоняемся, это правильно, но когда гуру дает наставление, то мы должны дать этому первостепенное значение. То есть когда гуру что-то говорит, то нам не нужно больше ни о чем думать». Сарвабхаума Бхаттачарья процитировал эту шлоку из шастры. Агья гуру нам хи. И без каких-то то есть нужно принимать наставления Гурудева без каких-то возражений. Сразу нужно исполнять то, что Гурудев говорит. И Махапрабху сказал: «Да, ты прав, это в шастрах такое написано». То есть и тогда я приму его как слугу. И тогда некоторые преданные спросили Махапрабху: Ишварапурипад, он великий преданный и браман. Но преданный уже означает браман. Но тем не менее, я вам говорю, чтобы вы учли этого. То есть, и преданные спроси, почему Ишварапурипад, будучи браманом, он принял служение от шудры. Говинда, он был не вайши, не кшатри, не браманом внешним. И преданные спросили, почему Ишварапурипад, великий преданный, он принял шудру в качестве севака. И тогда Махапрабху ответил: чистый преданный, когда он кого-то принимает, то в этом есть что-то особенное. Ишварапурипад, он уже принял служение Говинды. Махапрабху сказал: мой Гурудев принял служение, его служение. Кто я такой, чтобы размышлять на эту тему? Ну, в смысле, заключением каких-то приходить. Почему и как он это принял, то есть интерпретации логически они не помогут на пути Харибаджана. То есть почему? По вдохновению Кришны. И с того момента Говинда, он начал служить Махапрабху. С того момента Говинда стал служить Махапрабху, как Сачима. Вы знаете Сачиму? Сачима. И Говинда, он прославился как вторая Сачима. Махапрабху, он принял отреченный образ жизни. Сейчас Говинда, он стал второй Сачима. Говинду ничего не интересовало, кроме служения Махапрабху. Он был только заинтересован в служении Махапрабху. Его больше ничего не волновало. И если он не мог совершать служение совершенным образом, он злился. Поэтому Говинда, он стал второй Сачима. После чего там был еще Шанкар, он тоже прибыл. Таким образом, постепенно все... И наш Джагадананда Пандит, он уже там был. Сначала Джагадананда совершал служение, а потом Говинда стал тоже служить. Джагадананда Пандит, он обратил внимание, что Махапрабху был занят только Харикатхой Киртаном, и не только Харикатхой Киртаном, но он оставался долгое время в Гамбире с Раярамандой, Раманандой, Сарубдамадаром. Сарубдамадар, он придет завтра. Сварупадамадар — это вечный спутник Махапрабху, и он уже участвовал в Навадвип-лилах. Это вечный спутник Махапрабху. После того, как Махапрабху принял саньясу, Сварупадамадар, он сошел с ума.
оставил все, и он также, как сумасшедший, он оставил все, дом, и отправился в Варанаси. И в Варанаси он принял саньясу, но не полностью, это как бы половина саньяси, он не принял данду. То есть есть какие-то процедуры. His name was Swarup Damodar. И вот его имя стало Сварупа Дамодар. Дамодар Сварупа, his name was. Дамодар Сварупа. Майявади, они дают такие имена. Но, конечно же, он не Майявади, это вечный спутник Гуранги Махапрабху. И он придет в Нилачал завтра. Завтра мы это обсудим. Он встретится с Махапрабху завтра. Шлока, с которой я начал. Почему я вам прочитал эту шлоку сегодня? What is the slok? What is the slok I speak? Tavad brahma katha mukti vada vitavad natiti bhavet Tavad chapi vissinkhalatta mayatena lopa veda sriti Tavad sastra vidam vitaha kalakala nanapahir vatnasu Sri Chaitanya priyajana javadna dikachara. It is very important. So long as это очень важная шлока. Пока мы не встретимся, попытайтесь понять, это очень важно. Эту шлоку написал Прагнананда Сарасвати Пад. Пока мы не встретим чистого преданного, чистых преданных Чайтани Махапрабху, до того момента мы не сможем изменить свое сердце. Будет не представиться возможности изменить сердце. Наше сердце — это камень, это железо, его невозможно изменить. Сарвам Бхаттачарья, он был занят Майявадой. Брахма Ката и Пракасананда, потом это все обсудим позднее. Майявади, они заняты Брахмой. Они говорят о Брахме, Дживе, Майе, постоянно об этом обсуждают. Чайтанья. Это вот тема их обсуждения. То есть до тех пор, пока вы не повстречаете чистых преданных, то вы будете заинтересованы в мукти, вы вкус к этому всему будете ощущать. Вам не будет горьки эти обсуждения, пока вы не встретите чистого преданного Гуранги Махапрабху. До того момента вам будет очень интересно все вот эти вот темы Майявади. Я Брахма. И вы будете улыбаться, вы будете наслаждаться такими практиками. И это будет происходить, пока вы не встретите чистого преданного. Вы будете заняты. Пандиты, они ссорятся между собой. Один пандит говорит что-то, а второй пандит, он ему перечит. Они не находятся на нейтральном положении. Один говорит, это вот так вот, а второй, он его опровергает, и вот эти вот, они ссорятся, постоянно какие-то дебаты проводятся. Вот почему мы знаем, в шастрах написано, что если один пандит не обладает каким-то своим собственным мнением, то он не пандит. Если у него нет никакого особенного вичара, то он не пандит. Пандит обязательно должен иметь некий вичар собственный. И в Махабхарате есть одна шлока, я сегодня ее уже в другой Харидхатхе прочитал. Ты муни, я муни. И твое мнение, оно отличается от моего мнения. И если это не так, то в этом нет никакой особенности. То есть муни, они заняты такими делами. Один муни, он говорит что-то, а другой муни, он говорит что-то другое. И их мнения, они постоянно отличаются. И им так интересно. Они не знают, кто такой Чайтанья Махапрабху. Они никогда не думали об этом. Тавад брахма катха мукти вада витавад натикти бхавет Тавад чапи висинкхалатта майатена лока веда ситхи All social
В семье существуют правила. Ваша семейная жизнь, она регулируется какими-то законами. Общество тоже накладывает какие-то обязанности и законы. И вы не можете их нарушать. Общество, оно построено на каких-то принципах. Вы не можете жить, как вам хочется. Вы должны следовать всему. В вашей стране существуют какие-то правила. И эти правила и предписания, джентльмены, они дают, ну как бы, уделяют большое внимание правилам и предписаниям. И если граждане страны не будут следовать законам, то у них могут быть проблемы судебные. As a whole in a country, то есть общество, оно накладывает какие-то ограничения, и это все применяемо в случае обусловленных душ. Если вы попытаетесь контролировать гопи какими-то правилами общества, постарайтесь понять, что я имею в виду. Если вы попытаетесь взять под контроль гопи, вы попытаетесь заставить их следовать каким-то социальным нормам и так далее, они почувствуют отвращение к этому, потому что они движимы премой. Если кто-то им спросит, почему ты сейчас, куда ты собралась поздно ночью, старики в семье будут тебя критиковать, и гопи, им это не важно. И гопи сказал то же самое. Удава сказал, и Кришна, они сказали то же самое. Кришна сказал: «Я вам благодарен, потому что вы нарушили все социальные правила, нормы, и вы не... вам ничего не важно, вы только хотели служить мне. Вы проигнорировали все». It is very important это очень важно. Чистые преданные, как Ишвара Пурипад, Мадхавендра Пурипад, они постоянно переживают прему к Бхагавану. Если вы попробуете их контролировать и ограничить их как-то, наложить на них на какие-то правила, это не есть хорошо. Они уже контролируются апракрита премой. Они уже под контролем. Почему Шукадева Госвами перемещается из одного места в другое? Он контролируется божественной силой. Кто позвал Шукадева Госвами? Где он живет, никто не знает. Где он живет, где он сегодня, а где он вчера был, никто не знает об этом. То есть откуда он появился вообще? То есть он пришел... без одежды. It is written, Tavad Brahma Katha Mukti Bhadavi Tavad Natikti Bhavit Tavad Chapi Vishinkhala Tamayate Na Loka Veda Sthiti Social Status Social социальное Like положение. Many of our Guruvar жизнь социальная. Многие, кто-то из нашей Гуруварги, он сказал в конечном итоге: простите меня, пожалуйста. We in our society maintain some мы в нашем обществе поддерживаем какие-то отношения, например, с соседями, с родственниками. Называется лок-бхавахар. Называется отношения с людьми. Когда вы живете в обществе, вам нужно как-то общаться со всеми. Ваши родственники приходят к вам домой, вам нужно с ними поговорить, усадить их в вашей комнате. Это называется лок-бхавахар, когда гость приходит: «О, ты пришел, садись», вы начинаете что-то обсуждать. Это лок-бхавахар.
То есть без логбхабхар вы не можете жить в сообществе. Если вы приехали из ваших стран сюда, у вас нет родственников, конечно, это другое дело, но те, кто живут здесь, у них есть родственники, они это все поддерживают, эти отношения. Но даже к вам может зайти друг какой-то, или он может вас позвать к себе домой. Это называется взаимоотношения общественные. Чистые преданные постепенно они теряют вот эти вот отношения, общение. Постепенно они прекращают. О, ты принял просад, о, садись, как ты себя чувствуешь, все нормально, ты поспал и так далее. Это логбхабхар. Они поглощены в Кришнабхаджане. Мадхавендра Пурипат, он не может пригласить каких-то родственников или друзей. Или даже преданные, если, о, приходи, я приготовлю. То есть логбхабхар, ему нет никакого места. Мадхавендра Пурипат, у него не было времени принять омовение. У него не было времени совершить анник, ачман. Мадхавендра Пурипат, он сказал, у меня нет времени совершать ачман. У меня нет времени принять омовение. Что делать? Прости меня. Санданандан, прости меня, у меня нет времени, а чем ты занимаешься? Он поглощен служением. На что нужен анник? Зачем вы воспеваете мантры? Чтобы Мадхавендра, он уже достиг конечной точки, конечной цели, то есть как вы можете его в чем-то обвинить? И в конечном итоге Махапрабху, он тоже показал эти игры. У него не было времени ни принять просад, ни что-то, ни поспать. То есть это успех нашей жизни, когда мы потеряем все семейные связи, когда мы освободимся от всех уз, и можем, когда мы сможем взлететь на небо. Вакрешвар Пандит, он совершал киртан, санкиртан. Махапрабху, он обрадовался очень сильно и сказал Вакрешвару Пандиту: «Ты мое крыло, если у меня будет второе такое крыло, я взлечу на небо». То есть Махапрабху так пошутил с Вакрешваром Пандит. Таким образом, кто достигает вот этого вот максимального уровня, они не думают больше об обществе, о положении в социуме, что такое хорошо, что такое плохо. Это все начальный уровень. И вы должны помнить, что вы оставили дом в поисках Кришны. Поэтому оставьте все предвзятость, всю предвзятость. Оставьте вот эти вот все мысли, что кто говорит, у кого какое сообщество. Пракасананда был гуру тысячи майавади. После Сарвабхамы второе имя это Пракасананда, то есть второй по важности майявади. И сейчас вот он стал танцевать с Махапрабху, и он не думал: «О, я майявади гуру, меня будут критиковать». Нет, он так не думал. И в этом есть какие-то ограничения, правила. Иногда непреданные, они не свободны. К вам приходит кто-то какой-то преданный по какой-то причине, но его сердце, оно такое твердое, он не расслаблен, то есть преданные понимают это. Таким образом, Пракасананда Сарасвати сейчас танцует как ребенок. Все окаменение прошло, все заботы закончились. То есть неважно, кто будет критиковать, кто не будет. Сейчас он танцует с Махапрабху.
То есть я вот это вам хочу сказать. То есть это конечная цель. Если мы думаем об этом, о чем-то другом, о положении в обществе, то все, то мы никогда не получим Бхагавана. Финке, воина, вы encontrerete, пока вы не встретите чистого преданного, тогда ваше сердце будет твердым, и вы не сможете расслабиться. И ваша атма, она будет под контролем, вы не сможете возвыситься, и вы не сможете получить ананду от бхакти. То есть вот это вот... Не вкусите ананду благодаря духовным практикам. Забудьте вашу предвзятость, освободитесь от нее. Сегодня я освобожусь на этой ноте, остановлюсь на этой ноте. Мне нужно бенгальскую харикатху говорить.